Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Наконец-то у меня стали спеть крупноплодные сорта, и я сейчас понемногу буду продолжать свои видеообзоры томатов, и в них уже будут встречаться крупные сорта. Вот, например, один из самых любимых моих сортов – медовый король. Это среднеспелый сорт, он любительской селекции, кто-то его из селекционеров-любителей вывел. Предназначен для выращивания и в теплицах, и в открытом грунте. Растение это индетерминантное, оно требует и подвязки, и посынкования, полностью формирования куста. Плоды вот оранжево-желтые, такие яркие, у них яркая окраска. Они плоско-округлые, массой от 300 до 500 граммов. Конечно, этот сорт очень мясистый, сочный, сладкий. Обладает незабываемым вкусом и ароматом. По-моему, вот оранжевые и желтые – это самые вкусные томаты. Он великолепен и, конечно, в салатах, но его можно и в засолку кусками солить, консервировать, приготавливать соки. Хотя соки не ярко выраженного будут красного цвета, но очень вкусные. Вот эти вот томаты, у меня мужчина спросил, как вы выбираете сорта индетерминантные для теплицы? А я выбираю так. Если розовые, я могу вырастить низкие детерминантные, Настенька, такие же алтайские сюрприз. Я розовых обычно не выбираю, но вот желтые и оранжевые, они не бывают низкорослыми, вот такими вот детерминантными, они все почти инденты. Вот желтые и оранжевые индетерминанты, конечно, я выращиваю, потому что это самые любимые мои, самые сладкие томатики. Вот они сейчас уже начали нижние кисти у них созревать. Ну, конечно, вкус у них незабываемый. Вот этот сорт подойдет для любителей покушать свежий томат, насладиться именно вот вкусом, вот таким натуральным. Его разломишь, он сахаристый, сладкий. Его можно кушать хоть в салате с солью, я люблю кушать просто, или как вот в детстве, сахаром с медом, вот такие сладкие томаты. Ну вообще, мед и томат это незабываемое, конечно, сочетание, вкус детства. Всем рекомендую, кто любит сладкие, сахаристые, мясистые, вот такие томаты. Вот, пожалуйста, медовый король, один из лучших представителей крупноплодных сортов. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Кто хочет подробные описания, фото сортов, заходите ко мне на страницу в Одноклассники. Набираете просто Ольга Чернова, город Бийск, Алтайский край. Если добавитесь в друзья, будете получать все мои видео, материалы и статьи по рассылке. Желаю всем вырастить побольше вот таких крупных сладких томатов.